Ты где? Герри, тебя что-то тревожит? Расскажи. Я начал всю эту аферу со Скрэкс, потому что вроде как боялся. Боялся, что люди станут считать меня очередным продуктом, винтиком в машине корпораций. Продажный евродин работает с азиатскими старлетками ради бабла, славы. Шансы напомнить людям, что он, сука, блядь, еще живой. А разве не так? Так. Но дело не только в этом. Настоящая проблема глубже. Намного глубже. Расскажи. Ну, я думал, что мне страшно от того, что люди увидят во мне раба корпорации. Но на самом деле я просто боялся снова оказаться в чьей-то тени. Снова? Я долго жил в тени Джонни. Он сиял, а я так. Был просто фоном, частью декорации. Я не верил, что смогу существовать сам, без Сильверхенда. Поэтому он ушел из самурая. Бля. Джонни думал, ты ушел из самурая, потому что струсил, не выдержал давления. Да, я знаю, но он ошибался. Я просто решил бороться сам за себя. Я до сих пор борюсь. Найт-Сити полон теней. Я все силы трачу на то, чтобы держаться от этих теней как можно дальше, понимаешь? Пиздец. Значит, просто перестань бояться. Зачем тебе это? Думаешь, сможешь разогнать эти тени? Ты справишься. Даже без меня. Твои молитвы да Богу в уши. Наверное, лучше вернуться. Внизу все заждались. Между прочим, тебя. Да, знаю, знаю. Надо будет опрокинуть пару рюмок за этот город, за себя в нем. Я хочу еще немного побыть тут. Ты иди, если хочешь. Окей. Так-то можно было сосамбарик какой-то с ним делать. Типа нихуя аж в двух случаях из трех. Сосаться с Керри на высоте птичьего полета. Ну а хули бы и нет. Хули бы и нет, ключевое слово «нет». Поехали отсюда, поехали отсюда, вроде с ним все нормально, вроде жив, вроде нормально. Ну, паникует чуть-чуть человек, и что подумаешь? Паникует, паникует, отпаникует и поехали. Так, балкон, зал отдыха. Какой, блядь, зал отдыха? Можно мне в этот, на первый этаж? Я посмотрел на этот концерт, ничего особого там нет, типа поют девки, поет Керри. Скооперировались с друг с другом, типа, и поют дуэтами уже теперь. Почему, собственно, нет? Он им показывает, как надо, они им показывают, как не надо, все хорошо, где, блядь, выход? Так, ты чем торгуешь-то, хуй, дай я посмотрю. Это ж ты? Да, это он. Да, это он, но ничего не торгует. Так, поехали вниз. Разве это теперь важно? У тебя же получилось. Ты звезда. Самурай помнит только кучка фанатов. А тебя знают по всему миру. Думаешь, это что-то меняет? Каждый божий день я просыпаюсь с одной мыслью. А вдруг пройдет какое-то время, и я растаю. В пыли, в воне, во мраке этого города. Навсегда. Ну что? Найт-Сити полон теней. Я все силы трачу на то, чтобы держаться от этих теней как можно дальше, понимаешь? Пиздец. Не знаю, мне это не понять. Мне еще нужно что-то доказывать этому городу. А тебе-то? Ты всего добился. Тебе не надоело, нет? Чего тебе бояться? Я напомню тебе этот разговор. Сколько он уже лет этим занимается? Когда войдешь в мою лигу. Он должен был устать от славы. Думаешь, это возможно? Ты сильная. Город при всем желании тебя не поглотит. Очень надеюсь, что ты прав. Он откажется. Он же окей. Блин, Ви, прости. Ты классная девчонка, но мы, ну, в общем, попробуй стоило. Ничего не получится. Ладно, извини, все нормально. Спасибо тебе за помощь и вообще. Есть член. Я останусь тут еще ненадолго. Член. А ты давай возвращайся вниз, выпей там за этот город и за меня в нем. Как всегда, у тебя, блин, депрессивненько все, Джонни. Я рад, что мы выбрались сюда вместе. Угу.
Я тоже. Вообще, я хотел кое о чем поговорить. Мне просто показалось, что мы понимаем друг друга, что ли. Что случилось? Я начал всю эту аферу со Скрэкс, потому что вроде как боялся. Боялся, что люди станут считать меня очередным продуктом, винтиком в машине корпораций. Продажный Евродин работает с азиатскими старлетками ради бабла, славы. Шанса напомнить людям, что он, сука, блядь, еще живой. А разве не так? Так. Но дело не только в этом. Настоящая проблема глубже. Намного глубже. Расскажи. Ну, я думал, что мне страшно от того, что люди увидят во мне раба корпорации. Но на самом деле я просто боялся снова оказаться в чьей-то тени. Снова? Я долго жил в тени Джонни. Он сиял, а я так. Был просто фоном, частью декорации. Я не верил, что смогу существовать сам, без Сильверхенда. Поэтому он ушел из самурая. Бля. Джонни думал, ты ушел из самурая, потому что струсил, не выдержал давления. Да, я знаю. Он ошибался. Я просто решил бороться сам за себя. Я до сих пор борюсь. Найт-Сити полон теней. И я все силы трачу на то, чтобы держаться от этих теней как можно дальше, понимаешь? Пиздец. Мне еще нужно что-то доказывать этому городу. А тебе-то? Ты всего добился. Город твой. Чего тебе бояться? Я напомню тебе этот разговор, когда войдешь в мою лигу. Думаешь, это возможно? В этом я уверен. О, господи, нет. Спасибо, ты меня не привлекаешь. Извини. Наверное, лучше вернуться. Внизу все заждались. Между прочим, тебя. Да, знаю. Надо будет опрокинуть пару рюмок за этот город, за себя в нем. Я хочу еще немного побыть тут. Ты иди, если хочешь. Окей. Пока. Спасибо. Спасибо за предложение, игра, но нет. Пойдемте. Еще, говорят, один квест есть. Ладно, посмотрим.